Всем привет, дорогие мои друзья! Хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Зомби Страйк. Ну что же, поехали. Так, начнем, пожалуй, с ежедневок. Крутить рулетку два раза. А у нас как раз... Ого! Попробуем, ребята. Может, фартанет нам получить этого героя? Хотя я сомневаюсь. Ах, было рядом, но... Мимо, как всегда, мимо. Ну-ка. И... Ну ладно, шлем мы достали. Хорошо, забираем. Так, победить в двух битвах на рейде. Ну это естественно, ребят, мы сейчас тоже с вами сделаем. Поехали. Естественно, все это будет с пропуском. Мы едем далее. Так, хорошо, давай сюда заглянем. У меня, ребята, появился здесь новый персонаж. Я сейчас вам его покажу, но, честно говоря, пока не знаю, стоит ли раскачивать его. Я не знаю, если из вас кто-то играет в эту игру, то можете мне, в принципе, подсказать, стоящий он или нет. Так, ну что, здесь мы с вами выполнили. Ну, а теперь я вам покажу, что же это у нас за герой такой новый появился. Вот, ребята, вот он. Скилла, это у нас поддержка. Видите, она типа как, не знаю, шаманка, не шаманка, ну что-то типа того. И смотрим у нее. Наносит 65% атаки всем врагам, снижает атаку врагов на 8% и увеличивает атаку союзников на 10% на 3 раунда. Это у нее первое, что есть. Второе, ну увеличивает здоровье и изворотливость, это понятно. Это у нас тоже базовая атака, муки разума называется. Смотрите, снижает броню всех врагов на 15% на 3 раунда. И последнее, что у нее есть, что у нее будет, это когда здоровье ниже 50%, увеличится вероятность снижения урона союзников на 8% на 3 раунда. Но срабатывает только один раз за бой. Так что, ребята, жду ваших комментариев и мнений по поводу этого персонажа. Если скажете, что он стоящий, то, естественно, мы его приступим раскачивать. Так, пригласить героя. Но это мы уже... Ой, что я сделал? Черт, я думал, что там, ребята, бесплатная попытка. А он взял меня, наколол, а. И я потратил 250 гемов. Просто в трубу сейчас выкинул твою ж дивизию. Так, завершаем здесь. 47 получаем. Так, и... Да, я хочу завершить. О чем вы меня тут спрашиваете еще? Так, вот это мы сразу, ребята, ставим на выполнение. Так, секунду, секунду, это мне не нужно. Здесь придется обновлять. Отлично, давай вот здесь вот за две фишки сделаем. Так, и больше ничего. Блин, у нас с вами гемы улетает просто жесть как. Так, обновляем еще и во. Отлично, ребята, отлично. Так, 20 гемов тратим, ничего не получаем. Во, шикарненько. Тоже пригодится. И последнее, ребята, у нас задание. Вот, на 4 звезды. Отлично, все, хорошо. Все, мы с вами здесь заполнили. Теперь можно... Так, погоди-ка секунду, что это у меня за сообщение такое? Поздравляем, вы прошли 5-звездочные квесты. Награды за вложение. А, точно. Нифига, ребята, 4 камня призова плюс 3 фишки на золотую рулетку. Ну, золотой рулеткой я пока не могу пользоваться, потому что нужен 80-й, ребята, уровень. А у меня, как видите, всего лишь 72-й. Но зато я должен вот здесь вот... Ать! И заодно получаем 73-й левел. Отлично. И добычу заберем. Так, ох, сколько колец-то нам надавали. Кстати, я еще там кое-что успел увидеть. Я думаю, что вы тоже увидели это. Что мы можем с вами... Подожди. Подожди, не здесь. А где моя таверна? Так, на рынок сейчас глянем, ребята, по-быстренькому. Так, ничего здесь не вижу. Где моя... Где... Ага, вот. Таверна. Ну, это у них тут так. А я как по старой памяти. Ну, 4-звездочное задание дали. Хорошо, фиксим. Давайте, ребята, тоже сделаем. Так, и еще простенькие задания. Придется обновлять. Помочь Кэти. Гемы заканчиваются, ребята, заканчиваются. Гемы... Ну, давай, ну улыбнись, удача. Ну ё, просто, ну твою маковку, а. Ай, ладно, посмотрим. Может быть, мы успеем где-то гемов с вами насобирать. И тогда я попробую еще поискать. Так, ферма загадочный кристалл. Вот он-то мне как раз и нужен. Так, ну это мы немножечко попозже с вами разберемся, кого нам тянуть, кого искать.
Ух, здесь можно, ребята, вытащить героя одного четырехзвездочного. Ага, вышел у нас шаман. И здесь трех. Ну-ка. Ага, места больше нету. Ладушки, давай мы посмотрим, кого мы можем с вами исключить. Есть пару героев, которых мы можем с вами удалить. Естественно, мы этим занимаемся. Так, квесты выполнили. Забираем. Так, вот, ребят, как раз и гемчики мы нашли, если что. Так, получить награду. Так, выковать 3 снасти. Ну, давай, выкуем. Так уж и быть. О, хорошо. Куртяшечку сделали. Так, сапожки, естественно, сделаем. И шлем. С деньгами, ребята, капитальная проблема. Никак не могу накопить, адаптироваться, чтобы что-то себе... Хоть ляма 2-3. Так, участвуйте в битвах на арене. Естественно, ребята, мы будем... Ой, нифига, у меня 62 билета. 62 билета. Мне в самый раз выполнять, ребята, ивенты по арене. Но их, по-моему, сейчас нету. Хотя, подождите, почему нету? Мы сейчас посмотрим, что у нас вообще происходит. Какие ивенты доступны и... Потому что, когда я заходил в игру, прошло какое-то обновление. Причем довольно приличное, на 5 мегабайт, считай. Так что я думаю, что здесь что-то новенькое внедрили или обновили. Что-то одно из двух. Так, ну что, 3 боя я сделал. Естественно, я забираю ревер свой. Еще 2 билетика. Так, ну а теперь давайте-ка посмотрим, что у нас тут за события месяца. Призы арены. Ну это понятно. Кстати, надо будет сделать еще 20 боев, и я получу 300 гемов и еще 2 жетона. Кстати, я сделаю, наверное, полностью, ребята, это все задание. Да, надо будет. Так, призы трансформации. Ну, этого, к сожалению, у меня пока нету. И призы за квесты. Пройти... Ой, ребята, буквально одно задание нам еще пройти на 6 звезд. И я получу... Ай, красота будет. Будет очень красиво. А что же вот это такое, ребят? Смотрите, материалы героя используются для покупки предметов в магазине события. Пройти все квесты. Мне осталось это пройти. Вот 7-звездочные квесты вообще, ребята, не выпадали. Хотя, может быть, вскоре мы с вами получим. Так, я получаю еще 2 героев. Посмотрим, кто это у нас здесь. Вот это самые распространенные. Ковбои, вот эти вот всякие шаманы, индейцы и тому подобное. Самые распространенные персонажи, которые выпадают практически всегда тебе. Хорошо. У нас с вами 25 гемов. Этого мало. Ребята, храбрый рейд у нас открылся. Но я кое-что хочу глянуть. Так, кого же я тут начинал прокачивать? Да не прокачал. Ага, понял. Сколько у нас хватит? Денег-то хватит, нет? Все, до соточки я его, ребята, прокачал по фулу. Хотя, на самом деле, я буду его менять. Это уже, знаете, это прошлый век. Вот этот вот парнишка у меня рулит. Вообще рулит не по-детски. Потом покажу, наверное, если получится. Так, мне нужно, ребята, Фриду. Фриду улучшать. Для того, чтобы нам ее улучшить, мне не хватает чего. Да дофига, по-моему, чего. Смотрим, трансформация героя. Ищем Фриду. Подожди, опа. Секунду, кого-то мы можем здесь с вами улучшить. Монашку? До 4 звезд? Слушайте, ну я не против, ребята, если честно. Давайте улучшим монашку до 4 звезд, так уж и быть. Заодно инвентарь себе также разгрузим. И потратим мы, пожалуй, вот этих вот ребят. Да? Да, самое то, поехали. Отлично. Зато получаем с вами и души, и камни развития, бутылки развития, даже их так назовем. Так, хорошо, ну а теперь ищем Фриду. Вот она, наша Фрида, и нам, да, нам нужен вот этот вот, ребята, персонаж 5-звездочный. Что не так легко и получить. Смотрим, где она у нас находится. Это, ага, понял я. Вот она. Чтобы ее замутить, нам нужно... Оу, здесь хватает, секунду. Ё-моё, 4 шерифа нужно, 4. Так, 4 шерифа, 3-звездочных. Погоди-ка секунду, мы, по-моему, можем где-то их с вами надыбать. 3-звездочные шерифы.
Нигде мы их, ребят, не сможем. Их только можно получить. Так, ну-ка, обновить. Ай, неудачно как. Ладно, ребят, я заказываю эти задания, потому что не будем время тратить. У нас и так с вами тут есть. Это уже, грубо говоря, 4-звездочный, 1-2-3, 5-звездочный. Пару заданий мы с вами, наверное, сделаем. Так, в гильдию давайте забежим, по-быстренькому посмотрим. Так, 2 дня, 3 дня, 2 дня, 6 дней, 9 дней. Понятно. Будем делать зачистку. Так, завершен. Так, получаем следующий с вами заказ. Так, No Name меня только лишь перегоняет. Ну, это, ребята, временно все. Ничего страшного. Так, атака. Ну, давай улучшим атаку. Наших танков я, ребят, прокачу, поэтому... Так, магазин гильдии. Может быть, здесь есть у нас шерифы трехзвездочные? Вообще такого нету, ребят, здесь. А где же, блин, интересно, я могу получить, а? Так, давай попробуем здесь вытянуть, ребята. Вдруг нам повезет. Пригласить. Опа, опачки. Энджела, пятизвездочная, сразу же. Это круто. А ну-ка. Давай, давай, давай. Ёкаламэ, вот это Абигейл, 5 звезд. Фига фартит мне сегодня. Лошпен. Да ёпросты, ну... Да ладно, прикалывайтесь. Слушайте, ну я считаю, что это было очень круто. Буквально сразу я вытянул двух героев пятизвездочных. Абигейл, которую мы приглашаем, естественно, и Энджел. Прикол. Вот это да, вот это круто, я назвал. Вот это вот сыграли мы с вами. Так, этого забираем. И давай этого забираем. Фух, все, да, вроде бы. А нет, мы можем еще здесь двух героев призвать. Ну-ка, давай-ка попробуем, кто у нас тут. Опять шаман, да чтоб его разорвало. Он постоянно к нам выпадает. Слушайте, а я не смогу еще кого-нибудь трансформировать, а, ребят? У нас столько, блин, героев. Энджела, да? Это вот она. Ну, правда, у нас тут 6-звездочная, а должна быть 5. Где же она? Ладно, мы посмотрим. Это у нас... По-моему, она получается... Нет, нифига подобного, ребята. Я думал, что она получается у нас из монахини. Нет. Это монахиня отдельный персонаж, а... Энджел это отдельный. Хм. Хорошо, ладно, мы это учтем. Достижение. Так, сделать 20 загадочных приглашений. Хе-хе, конечно, сделали. Отлично, вот, ребята, и 300 гемов заработали. Отличненько, просто хорошо. Так, ну что? Что у нас тут опять доступно, я не могу понять. А, место нужно нам, да? Так, место нам нужно. Мы исключим с вами героя. Какого? Я думаю, что вот этих вот надо убирать, потому что у нас есть... Если я не ошибаюсь, это он превращается в Скорпиона потом, в дальнейшем. Так, погоди, 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 не надо мне так делать. Мне надо вот так вот, исключаем их. Также можем, в принципе, вот здесь исключить одного. Так, смотрим дальше. Шаманов аж 5 штук. Ладно, хорошо, сделаем вот так. Кстати, посмотрим-ка, может быть, здесь можно кого-то получить. Да, здесь можно много кого получить, но и ценник, ребят, соответствующий. Посмотрите сами. Опупеть. Длака. А кто это у нас? Макс. Ха, безумный. Так, ладно. Что у нас здесь? Храбрый рейд. Кстати, ребята, я себе тачку получил. Ну, не получил, а открыл возможность. Но получить пока не могу. Хотя нет, вру, 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 вру. Я ее получил, и мне нужно ее активировать. Точнее, улучшить. Поехали, улучшать будем. Так.
Она действует точно так же, как в идол-героях действуют наши эти питомцы, наши оборотни. Также копится энергия, и она выходит. Так, ну что же. По заданиям мы вроде бы все с вами сделали, да? Ну, ежедневные, это понятно. Мы сейчас с вами вот это вот все быстро насобираем, накопим. Кстати, у нас... Давайте-ка мы, наверное, с вами пойдем дальше по сюжетке и посмотрим, сможем ли мы здесь с вами выиграть или нет. Так, битва. Так, хорошо. Поехали, посмотрим. Советы. Боевая машина открывается на 70 уровне. Это я и так знаю. Ну что могу сказать, вроде бы пока нормуль. Этих мы разбираем, смотрите сами. Причем довольно легко. Воу. Ха-ха. Тихо. Так. Слушайте, я думаю, все, им хана, ребят. Смотрите, задний ряд практически уже сдох. Поэтому мы здесь выиграем. Однозначно. Еее. Малыш, да? Малыш Джонни. Джордж, нет, Джордж это вот у нас вот этот. А это малыш Джонни. Так, отлично, смотрите-ка. 5 карточек на 5-звездочного героя даже выиграли. Так, тогда давайте двигаться дальше с вами. Че мы будем? Если мы пока идем, то надо идти. Так, давай, быстрее. Хопа, битва. Поехали. Блин, Фрида, вот она прокачана, смотрится вообще офигенно. Блин, как бы мне ее прокачать, а, ребят? До 6 звезд. Так, вот эти вот чувачки, вот эти вот два, они, видите, вешают кровотечение. Подонки. Так, хорош буянить уже, эй. Так, а это кто у нас? Что за шаманы? Фу, лузеры. Ребят, ну мы здесь выиграем, это понятное дело. Сейчас, маленечко тут. Опс. Разбомбили. Они даже не могут шаманку мне пробить. Ё-про-сете. Хотелось бы посмотреть, что здесь будет за следующий босс. Так, добили. Шлем достался нам, отлично. Так, ну что, двигаемся, пожалуй, с вами дальше. Кстати, у нас, блин, у нас же есть кольца. Можно было бы немножко заточиться. Ну, ладно, после этого боя, если не забудем. Упал. Поехали. В бой. Сейчас мы их тут раскурочим. Ой, тем более тут шерифы у нас. Это ватники. Так. Двух в стан загнали. Вы это прекрасно видите. Минус. Так, дальше. Так, они мне блокпост тоже застанили, но он уже отошел. Тихо, не надо так буянить, родные мои. Просто сосунки. Все, раскурочили, ребят. И, соответственно, мы с вами идем дальше. Поехали. Ох, бабла-то подыму, да, бабла подыму. 133 тысячи всего лишь, ребята, у меня. Это ничтожно мало. Так, менять состав не буду, пойдем так, как у нас сейчас и есть. Так, ну, я вижу, уже разбираем неплохо. Судя потому, что 2 удара нанесли, практически 1/4 хп снесли. Ох, как хорошо Джордж кричит. Опа, на, нифига, в стан загнали. Это вот эти ребята у нас с гранатометами, которые стоят. Они вот... Да ладно, смотри. Что вытворяют? Ну давайте еще пару усиленных ударов. Пробиваем этого чувачка и дальше. Ну этих все, разбомбим. Они в ближнем бою ничего из себя не представляют. Вот так вот. Опадают листья, да? Ну, последнего давай. Нахлобучиваем. Бинго. Слушайте, ну неплохо. Мы идем, мы... Оу, щетас, ребята. Неужели мы с вами дойдем сейчас до босса и увидим... Погоди, не это. Что тут будет у нас за боссера? По-моему, так оно и будет, ребят.
Да что такое? Чего я не могу понять? А, битва уже. Погнали. Слушайте, я одного не могу понять. А где моя машина? Почему машина неактивная? Я ее что, не взял, что ли? Не активировал, блин? Машины здесь нету, этой шкалы, ребят. По-моему, так и есть. Я забыл взять машину. Ох, щит, ты смотри. Смотри, что происходит. Ну давай, бомбим, бомбим его. Ее просто эти стоят там, палят. Причем такая тема у всех, да? Шерифы, ковбои какие-то, блин. Шаманы, знаете, как будто вот... И индейцы, когда вот американцы захватывали, да? Индейцев. Что-то типа того, блин. Подохни. Отлично. О, сапожки заработали. Ну что, ребят, я так понимаю, у нас... Погоди. Ага, 74 уровень. Это же надо такое вот западло, ребят. На боссе я должен получить 74 уровень. Ух ты, это что такое? Что это за пробирка? Для боевого транспорта. Понял. Почему я машину не взял? Вот что у меня... Активация 240. Конечно, Я что активировал сейчас? Мне вот это вот нужна тачка. В чем проблема, я не могу понять. Нужно больше золота. Все деньги потратил. Улучшить. Так, улучшение. Все, опять же в деньгах вся проблема, ребята. Ёпрасоте. Классные события. Что здесь классного у нас? Бонус за вход. Понятно. Оу, ребята, смотрите. Кто у нас тут разыгрывается, а? Мясник. Так, ну эти ежедневные наборы нам не нужны. Так, смотрим, что у нас тут. Набор выживания. Зачем он нам нужен? Мастерство героя. Получить двух героев пятизвездочных, да, созидания. А, ну это я понял. Это за каждую фракцию нужно вытянуть. Страж героев, хаос героев, порядок героев. Блин, ну нифига тут прикольные, ребята, тема-то. И я вытаскиваю страж героев. Угу. И потом еще дадут вот такого чувачка. Изан. Пятизвездочный. Так, что у нас там по рюкзаку? Герой, да? Нам нужно еще одного вызвать. Четырехзвездочный капрал, елки-палки. Так, ну что, я думаю, надо нам сходить теперь на рейд. Посмотрим, ребята. Так, что у нас тут, кстати, по очкам? Да я сказал, по очкам покажи мне, что, сколько я накопил. Я куда-то сливал, получается, ребята. На что-то мне... А! Все, я понял. На детальки для своей машины. Ну что ж, поехали, будем проходить, смотреть. Так, выбираем здесь шаманку. Малыша. Так, так, так. И, пожалуй-ка, вот так. Поехали. Я раньше брал, ребята, с тигром персонажа, но он меня что-то в последнее время очень сильно расстроил. Поэтому я от него отказался. Так, отлично, заколбасили. Давай дальше двигаться. 20 очков всего получили, маловато. Ну я докуда доходил, ребята? Где-то до 10-й. До 10 уровня, до 10 этапа. А потом меня там уже разбирали. Причем довольно нехило. Так, ну здесь вроде бы должны тоже зарулить. Смотрите. Не особо сильные персонажи. Ага. Сдохли, все. Двигаемся, конечно же, с вами далее. Так, смотрим, что у нас тут. Даже четырехзвездочные, елки-палки. Ну это... Это, ребята, мясо, это корм. И мы его сейчас съедим. Поехали, Делака шестизвездочный. Так. Мясник, успокойся, ё-моё. Вата-ватый. Вообще шикарно. Поехали дальше. Так, это у нас четвертая стадия. Четвертая стадия. Ну... Так, а вот здесь уже... Кстати, надо будет, ребята, посмотреть, что это за персонаж. Мы же с вами получили
Получить-то его получили, но не посмотрели ни характеристики, ничего. Вайпер. Я не пойму, это 6 звезд или там какая-то другая? 6 звезд — это красная звезда. А там какая-то желтая. Вот гаденыш, а, буянин. Отлично, расколбас, просто элементарно, ребят. Так, получили еще 15 с вами гэшек. 15 гэшек, назовем их так. Пятый этап. Поехали. Так, что у нас здесь? А, тоже малыш. Да, маленький, ну-ка. Ну, он крепкий, согласитесь. Крепкий, но он не такой прокачан. У него всего здесь 62 уровень. То есть, слабенький. Так. Упали, упали и разбились. Отлично. Фух. Так, это была пятая, шестая, ребята. Шестая битва у нас. Поехали. Ну, говорю, поехали. Блин, я не могу понять одного, ребят. Почему машина моя не активируется? В чем проблема? Что не так? Она должна же быть у меня. Странно как-то. Машины нету, блин. Я ее для чего открывал-то? Для того, чтобы она мне помогала в боях. А не для того, чтобы она там где-то стояла бесхозно. Ну, конечно, пробили. Так, ну я вам скажу, что идем мы довольно хорошо. Здоровье у нас почти полное. Так, седьмая. Уже приближаемся к развязочке, я вам так скажу. Ну, этого заколбасим, без проблем. Блин, офигеть, да это же надо придумать такое оружие, ребят, мы с прицелом. Крючки какие-то. У меня бы даже фантазии бы не нашло бы, чтобы такое вот придумать. 30 тысяч голды. Да, ну вот, ребят. Мы как бы перешли вот на эту сторону. И вот здесь сейчас будет, наверное, полный Алис. Потому что враги уже сильные пошли, пятизвездочные. Уровень, ну уровень еще маленький пока. Пока маленький. Как будут сотый уровень, тут уже, да, будет полный расколбас. Но мы пока должны, в принципе, здесь со всеми с ними справиться. Так, положили. Мясник нам здесь не в указ. Причем, да, здесь топор, и с другой стороны, как молотка. Такое основание. Что делается, гаденыш? Так, хорошо. Девятое, девятое. Я вот не знаю даже, ребят, сколько здесь на самом деле зон. Вот девятое. Мы с вами, наверное, дойдем до десятой, а вот дальше не знаю. Так, уже сотые уровни пошли, ребят, сотые. То есть мы уже на равных практически. Так, ну все равно мы здесь должны с вами выиграть. Задние ряды практически упали. Оу, ничего себе. Это кто сейчас такое сделал? Супер крутилочку такую. Ой-ой-ой, обидно. Обидно, у меня хил, ребята, упал. Без хила-то как дальше, я не знаю. Надо кого-то выставлять. Девятый бой. Так, давай-ка приценимся. Кого мы можем сюда поставить? У нас героев не так уж и много, да, в принципе. Вот этого. Ладно, попытаемся. Но без хила. Не знаю, что у нас тут получится. Не нравится мне вот эта вот тигрица уже. Вот она уже все, слабенькая, ребят. Она изжила себя. А шаманку надо было действительно на заднем ряду держать. Было бы, наверное, больше толку открыть. Так, мясник. Блин, такой толстый, смотри. Фиг его пробьешь. Ага, вот, он, значит, разбирает. Упал, отлично, ребята. Ну, а с этим мы сейчас разберемся. Слушайте, мы с вами продвигаемся дальше. Я бью, по-моему, ребята, рекорд у себя. 11-е, елки-палки, 11-е. Ни разу еще не доходил, поэтому... Так, давай, наверное, вот так сделаем и вот так. Поехали. Поехали.
Ого. Ё-моё, это же редкий. Что это такое на нас такое висит-то, ребят? Это кто? Это на нас повесили или это у нас? Ёлки-палки, нас сейчас разберут. Твою дивизию. Жесть какая-то. Офигеть. Нифига тут. Да, проиграли. Но тем не менее, ребят, я продвинулся довольно хорошо. Я уже на 11-й, по крайней мере, а не на, как раньше, 10-й. В общем, будем с вами качаться, развиваться, и, возможно, я пройду. Так, приключения норы. Ну, это, знаете, как у нас происходит? Все довольно легко и просто. Выбираем здесь героев. Так, нет, Джордж, подожди, вот так вот сделаем. Так, так, и вот так вот, пожалуй. И просто с вами идем. Этап первый у меня пройден, да? Пройден. Вот, этап второй, но он сложный. Это типа как ямы выдал героях. Вот, давай, поехали. Ой, надо уже было с пропуском, ребят, с пропуском боя. Так, ну-ка, да здесь заколбасил, блин, называется. Профукал. Конечно же, нужно делать быстрое. Поехали. Зашибись, блокпост тоже упал. Ну. Да что ж ты делаешь-то? Получается, я вообще что-то не смогу сделать? Нереально. Герой был отравлен. Кем? Слушайте, да это вообще фигня полнейшая. Я даже урона не нанес. У них три звезды, трехзвездочный. Как так может быть вообще? Я не знаю, ребят. Вот так вот быстро слился я в приключениях норы. Так, арена. Ну, с ареной, ребят, я потом сам разберусь. Потому что мне нужно будет получить события месяца, да? Призы арены, вот они. 20 боев еще сделать, и тут 70. Это я сделаю за кадром. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас вот это за персонаж, который мы... Вот он. Так, Анджела, это у нас поддержка. Наносит 75 атаки урона двум случайным врагам задней линии. Исцеляет всех союзников на 60% атаки здоровья. На 3 раунда. Неплохо. Базовая атака имеет 100% шанс кровотечения цели. Наносит 25% атаки урон и исцеляет союзника на... Так, все, понял, ребята, это хил. Так, и последний у нее, когда ниже 40% здоровья, исцеляет всех союзников на 55% атаки. Один раз. В общем, я считаю, что хил мне в команде нужен. Без хила никуда. Надо прокачивать ее. Тем более у нее 5 звезд, я даже знаю, вместо кого она у меня пойдет. Развиваем, конечно же, развить. Так, автоэкипировка, что на ней там наденется? Ну... Че, нет, что ли, подходящий тип одежды? А, нет, вон, нашлось. Так, еще одно развитие делаем. Замечательно. Насколько у нас хватит, ребят? Ну, до 50-то точно хватит. До последней я почему-то, ребят, сомневаюсь. У нас не хватит камня развития, скорее всего. Ну-ка. Нет, пока хватает. Ну что ты там грузишь, что ты там думаешь? Так, ну. До 80. Нет, не хватает золота, ребята. Но, тем не менее, да. Подожди-ка секунду, камень надо активировать. Улучшить, улучшить. Ну давай. Улучшим здоровье. Нам нужен крит, скорее всего. Давай искать так. Ай, опять все в золото упирается. Ребят, ну здесь большая проблема вот с голдой почему-то. Не с камнями, ни с чем-нибудь. Именно с голдой. Когда вы сделаете ферму поддержки, интересно мне знать, а? Разрабы, скажите ко мне. Так, башня, конец света. Ну-ка посмотрим. Ох, ребята, вот в прошлой серии меня здесь расколбашивали. Давайте посмотрим, как это происходило. Довольно, по-моему, быстро. Это же... Да, это кислотники. Они меня тут рвут. О, тем более тут еще эти...
они довольно жестокие пареньки. Сейчас посмотрим, подожди-ка, что-то как-то довольно легко мы идем. Мне это немножко не нравится. Точнее, мне это нравится, но настораживает. Так, мясники бомбят. Слушай-ка, да мы же пройдем сейчас здесь этот этаж-то. Судя по всему. Причем даже не напрягаясь. Ну-ка. Упал. Ну, падает уже. Все, отлично, ребята. Вообще шикарно мы прошли. Так, 122 этаж у нас с вами на кону. Давай посмотрим, что у нас здесь будет происходить. Тут одни критовики, ребята. Это крит. Все чувачки на дамаг. Что-то как-то у нас вообще не очень хорошо получается. Ё-моё, сейчас упадет у меня, ребята, шаманка, по-моему. А кто хилит их, я не могу понять. У них же вроде не должно быть хила. Твою маковку, ты посмотри, что происходит. Есть. Накрыли. Слушайте, а помните, мы с вами видели, что какой-то персонаж атакует задний ряд? Это не Энджел случайно, а? Потому что он вообще припух, я смотрю. В корень. Вот эти вот задники, которые стоят. Если мы будем убирать саппортов, то нам будет проще разобрать танков. Ладно, здесь у меня ничего не получилось. Так, вроде бы все, да, ребят? Задание мы с вами сделали. Как говорится, осталось только маленькое, так скажем, приготовление. Так, и вот так вот. Все. Забираем последнее, что нам не хватало. Ну. И будем закругляться, ребята. Увидимся с вами уже в следующей серии. Насчет вот этого героя. Я не знаю, ребят, мне кажется, что... Даже не знаю. Или Энджела. Или же Скилла. Ну, Скилла, она больше, знаете, не хил, а все-таки... Она поддержка, но как вам сказать? Она делает добро нам и зло врагам. А Энджела чисто идет как хил. И мне кажется, что вот от этого надо избавляться. Он уже не актуален здесь. Со своими тремя скиллами. Так же, как и вот это, кстати. Тоже не актуально. В общем, ребятушки, пишите мне в комментах, что вы считаете по этому поводу. Ну, а мы будем закругляться и увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим играть.